будут купаться в деньгах. Астрологи назвали знаки зодиака, которым сказочно повезет в январе. Астрологи решили порадовать своими прогнозами и сообщили, что в январе 2021 года некоторые знаки зодиака получат солидную денежную прибыль. Близнецы. Для близнецов откроются новые большие финансовые возможности, а сама Вселенная приготовит для них финансовый сюрприз. А благодаря этому всему представители этого знака смогут воплотить в реальность все свои мечты. Дева. Девы смогут забыть такое понятие, как безденежье. И несмотря на то, что Вселенная не всегда дарит им денежные подарки, но теперь как раз тот период, который будет для них благоприятным материально. Весы. Для весов январь будет сильно удачным. Финансовый поток ворвется в жизнь представителей этого знака и поднимет их на совершенно новый уровень жизни. Кроме того, все, чем они занимались раньше, теперь начнет приносить им огромную прибыль. Козерог. Козероги откроют для себя январь как месяц, в котором финансовые дела будут в приоритете. В этом месяце будет возможность перезаключить трудовой договор на более выгодных условиях, либо найти работу, которая лучше оплачивается. При этом есть возможность конфликта, который получится разрешить с помощью советов от близких. Для всех этих знаков белая полоса начнется уже с первых дней, и везение во всем будет длиться достаточно долго. Они смогут с легкостью добиться успеха во всех своих начинаниях. В этот период все будут настолько бодры и энергичны, что под силу будет любое дело, с которым возможно легко справиться. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака, попали ли вы в эту четверку знаков зодиака, которым сказочно повезет в январе. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!